За последние 5 лет в стране удалось в 3 раза снизить показатели материнской смертности и в 2,5 раза смертность новорожденных. Об этом на брифинге с ЦК сообщила замдиректора Департамента организации медпомощи Магрипа Ембергенова. По словам специалиста, за 10 лет рождаемость увеличилась на четверть, а выживаемость детей до 1,5 килограммов выросла на треть. Как отмечают эксперты, это очень хороший результат. Для общего охвата консультативной и информационной работы по укреплению здоровья женщин у нас созданы кабинеты планирования семьи. Их сегодня 350, их количество будет дальше увеличиваться. Наполнение этих кабинетов, их качественная, эффективная работа также будет продолжена.